Так, сегодня 25 августа, суббота, и мы приехали в Диснейленд. Сейчас около 9 утра, так что мы заходим в парк. Здесь музыка такая из мультиков. Все, мы проходим. Ну, это контроль. Там нас посмотрели, что у нас нет взрывчатки, наркотиков и все прочее. И двигаемся мы к замку диснеевскому. Везде такая парадная музыка. И вот часики, можно видеть время, 9 утра. Парк открывается ровно в 8. Шульна, сними вот это видео, я держу камеру только, оно у меня идет. Я только твои ушки. А здесь у нас уточки с воробушками местными. Вот эти мне деревья очень нравятся. Розы, цветы. И вот мы подошли к памятнику Уолта Диснея. Сейчас будем фоткаться. Вот на этом месте. А вот так выглядит замок. Здесь вот такая интересная карусель. Сидят и играют прямо. Можно кататься и слушать музыку. Дома. Кораблики какие-то смотрим. А, паром из Нового Орлеана. Марк Твен. Только что прокатились на сумасшедших горках. Там не знаешь, за что держаться. Короче, мне эти райдинги не очень нравятся, но здесь они все такие. Мельница, видите, там крутится. Красивое место, река, уточки плавают. Здесь очень так уютно, и несмотря на то, что много народу, все так разрулено хорошо. Идем дальше. И вот так этот паром Марк Твен поплыл с музыкой. А мои пошли кататься на пираты. Pirates the Caribbean. Я туда не пошла. Там, говорят, такие сумасшедшие гонки, и можно быть мокрым. Я не хочу. Будем ждать. Здесь вот кафешечка такая. Все домики такие маленькие, очень красивые. Музыка играет. Паром вокруг вот так плавает. Озерцо с островком. Здесь так интересно, в принципе. Лучше всего одеваться очень просто. Шорты и футболка, кроссовки. И ничего с собой больше не брать, только билеты. Потому что везде такие вот, ну, райдинг называется. Как поезда, что ли, такие, с горками, с резкими поворотами. Надо держаться, чтобы ничего вам не мешало. Тогда получаете удовольствие. Так, у нас прогулка продолжается в парке. Какой-то кавалер с дамой ходит. Красиво одеты, по-старинному.
А, это мы все обошли и вот вернулись. Здесь памятник Уолту Диснею перед замком. Здесь вот мы уже входили. Замок очень-очень маленький. В Лас-Вегасе и то он больше. Там один отель сделан в виде замка красивого. Упс. This way. This way, okay. Идем на следующий аттракцион. Представляете, 20 сантиметров. Вот эта вот штучка. Насекомое такое. Это мы стоим в очереди, чтобы попасть на кораблик и покататься в джунглях. Хоть это река, здесь вода такая непрозрачная, но это не пахнет ничего, все нормально. Противных запахов здесь нет. А может быть, это сделано, чтобы было не видно там под водой все. Но вообще это замкнутое пространство, да. Могли бы, конечно, почистить, но не делают этого. Вот на таком корабле мы сейчас отправимся в джунгли. Будет весело сегодня, гид. Брызгается, все брызгается, камеру убираю. Так красиво решила опять включить камеру. Может быть, не сильно буду мокрая. Вот сейчас нас обольет, это точно. It's a good thing I'm deaf, so I'll never be able to hear what's happening right behind me. He knows how to talk so good, huh? Oh, no. It looks like Cinderella's taking over the camp. Did you know it's a bad thing because that's my camp? Are you serious? They even left the engine running. Now I'll never get the car to turn over. If you guys look over here to your left-hand side, you guys will see nothing. Yep, wanted to see how many people I can have. Oh, God, you guys freaking! Hey, look! Короче, гид такой прикалывается над всеми. Посмотрите, говорит, туда, посмотрите сюда, а потом все поворачиваются, говорит, а там нет ничего. How are you that? It's right over there, we may have just missed it, but that is the fastest animal in the entire jungle. The African elephant. So it's okay if you guys didn't miss it. Look right over there. There he is. The exact same elephant. It's crazy, right? Yeah, just don't look behind you, ruin the illusion. Oh wow! Does Andy like zebras? Andy like zebras? Do you like zebras? You know who also does? Those lions. Yeah, look, they're taking care of it while it sleeps. Как в Африке прямо. It's tilted to the side, mouth wide open, tongue sticking out. It looks dead. Tired. Dead tired. I'm so sorry, children. I forgot you're on board. Talk about awkward and traumatizing. Anyways, the first rule of the jungle, do not be a zebra. Yeah. Whoa! Are you seeing that? That's insane! There must be like 10,000 rocks on that beach. Someone's gonna get hurt. Ой, там на дереве, короче, это люди на столбе. Sir, right over there, what's your name? John? Great. So the boat, what you think John is your new captain?
Thanks, John. Yeah, I appreciate it. I'm a skipper. I'm out of here. I'll never see you guys ever again. We've now made it into the hippo pool. So if you see them blowing bubbles in their ears, I believe that is a sign of aggression. I think that just means they're gas. But if you see them hissing, I believe that is a sign of aggression. It looks like Don might charge at us. So everybody cover your ears, cover your ears. Yeah, when we charge cash. Он еще и стреляет. I call that a hippo shot a miss. You guys do not worry, just like those bullets and my brain. Индианская какая-то деревня. Last week those hippos have sunk over 6 ships. Which is crazy because 5 of those were mine. Yeah, that's my last turn to tell you all about it. Those are all the folks that weren't laughing at my jokes. Люди, которые едят деревенька других людей. So over to your right hand side, you'll see some dancing natives. Now, let me translate what they're saying. You put your right foot in, you put your right foot out, you push your left. I don't know what they're saying. Oh, hey, more dancing natives. Hi, guys. Hi. Sound effects, guys. Where's the cut? Yeah, but if you guys see any arrows or spears inside the boat, please throw them back overboard. We're not allowed to keep any souvenirs. Thank you, guys. But now, for the great pleasure to present to you guys the eighth wonder of the world, you guys said the water! Yeah, we simply call that O2H. And if you're a chemist or a physicist, that is an explosive joke. No? Alright, I understand. The joke is a bit rocky. Okay, you know what? I'll never take it for granted. Рыбы там какие-то, вон, пираньи, что ли? Пираньи. Пираньи. Sitting in the tree. I-S-S-I-N-G. First comes the love, then comes the fixation. Yeah. Not a relationship you want to be wrapped up in. Right over there is my good friend Tater Sam. He's the head dumpster of the entire dumpster. And he currently has a deal. 2 of his heads for the price of one of yours. Yeah, no matter how you try to do it. Все, приехали. Зашли в магазинчик сувенирный. Все, конечно, стоит очень дорого. Венсы. Стоим в очереди, чтобы покататься на поезде вокруг Диснейленда. Это так, как вокзал сделано. Кто-то сходит, а мы вот зайдем. Появились свободные места. Работники все очень доброжелательные, все машут, все приветливые, чтобы у всех было хорошее настроение. Сейчас людей досадят, кто-то выйдет, и мы сядем. Steaming forward into the future to a land inspired by visions of tomorrow, both practical and imaginable. Here you'll find rocket ships and star speeders, submarines and astroblasters, and if you look overhead, maybe a glimpse of a Mark 7 monorail. This is the latest version of the first daily operating monorail system in the entire Western Hemisphere.
gliding above Disneyland since 1959. Below the monorail, and us, are the fun-filled roadways of the Autopia. Drivers of all ages can get behind the wheel of these cars. А здесь вот на машинках можно кататься. О, oh, I would like this. Вот сюда надо, в этот парк, кататься на машинках, прийти. Мы здесь целый день проведем. Так что придем. Вот еще одна остановка. Парад, и, возможно, вы станете мокрыми. Будьте осторожны. Поэтому, кому не нравится, значит, нужно покинуть главную улицу Main Street. Yeah.
Gotta, you know, make my way to every single company. And it's usually the path. And then after a while, I mean, you actually find out that you know everyone. You can just pick up the phone and say, I'm really bummed where I am right now. That's the hope for the future. Yeah. So I'll just know everyone at each studio, and I can be like, hey. Yeah, like an old friend of mine, and he's like a serious artist animator kind of thing. And like, he teaches. Teaching it forever. Yeah, they're really good that way. The old man at Disney, you know, all these people. I think he's still alive. I think he needs your cabinets. Oh, okay. I was about to ask where he taught. I wanted to... I think, where's the parade? I don't know where. Красивый, красивый шары и продаю. Listen up! This is Sheriff Woody, your favorite Space Ranger, Buzz Lightyear. And we're here to inform you of a large extravaganza that requires your presence and participation. All right, okay. What Buzz is trying to say is there's a big celebration going on, and guess what? You're all invited! That's right, cowboy. We're all going to have a blast together because that's what friends do. And speaking of friends... Thank you.
закончится. Super important job just for you.